Всем привет, друзья! У нас наступил июль, на улице стоит сильная жара, и почему-то сегодня вспомнилось такое блюдо, которое обычно пробовали, когда бывали на морских курортах, на морском берегу. Это блюдо называется мясо по-тайски. Все необходимые ингредиенты, как обычно, вы прочитать сможете в описании к этому ролику. Сразу скажу, что это блюдо очень простое, но в то же время очень вкусное. Мясо получается просто пальчики оближешь. Начинаем готовить. На сковородку наливаем оливковое масло и добавляем в него столовую ложку сахара. И начинаем этот сахар в масле поджаривать так, чтобы как карамель получилось у нас. Сахар у нас растворился, уже пахнет такой карамелью. И теперь погружаем сюда мясо свинины, порезано тонкой такой соломкой. И обжариваем со всех сторон. Теперь посыпаем это все заготовленными специями. Здесь соль, черный молотый перец и молотый имбирь. Пропорции, как я и говорил, все вы прочитаете в описании. Также сюда мы добавляем мелко нарезанный чеснок и соломкой нарезанный лук. Добавим сюда 2-3 ложки соевого соуса. Перемешаем все это хорошенечко. И на среднем огне под крышкой тушим все это 10 минут. Прошло 10 минут, и теперь мы добавляем порезанный красный болгарский перец. Соломкой нарезали мы его. Перемешаем все это хорошенечко. Также сюда можно добавить четвертинку острого перца чили. Но мы острое не любим, поэтому добавлять не будем. Но если кому-то так нравится, может добавить. В оригинале в рецепте он есть. Все, и теперь под крышкой тушим 5 минут. Ну что, друзья, время необходимое прошло. Я выложил все это на тарелочку. Теперь мы добавим сюда сверху белого кунжута. И добавим зелени. У кого какая есть, кому какая нравится. Вот такое вот несложное, но в то же время вкусное блюдо мясо по-тайски у нас получилось. Как вы видели, это очень простой рецепт. Всем его я вам рекомендую. На гарнир здесь может быть рис, макароны, гречка, кому что нравится. Но у нас сейчас пошла молодая картошечка, и поэтому вот я буду использовать здесь картошку. Поэтому смотрите описание, готовьте, всем приятного аппетита, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем мирного неба над головой, всем удачи и пока-пока.